Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Деревенский дневник» очень многодетной мамой и канал «Мать-героиня». Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка Малинка 2. Обзоры». Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, несколько часов тому назад на канале «Деревенский Дневник вышел новый ролик от Лёльки под названием «Опять командую мужику». Ну и там вовсю нам Лёлька вместе с Шуриком демонстрирует вот эти вот показательные выступления. Сериал два актера, я бы даже сказала, два клоуна, которые носятся и демонстрируют, как же у них все прекрасно, все хорошо и замечательно. При всем при этом как-то, знаете, вот странно получается, как правило, на стримах Лёлька сидит, плачет в три ручья, утирает сопли, утирает слезы, утирает слюни, все на свете, жалуется на Свою вот такую вот, знаете, разнесчастную жизнь, но как только снимает ролики, в роликах у нее всегда все хорошо и все прекрасно. Тишь, да гладь, до да Божья благодать. Да, играют они на камеру, опять, опять. И Люля рассказывает: говорит: представляете, какой же у меня мужик молодец! Надо же, говорит, пока я ездила по магазинам, покупала продукты, говорит, он у меня здесь остался один на хозяйстве, главный по тарелочкам, он, мол, там и дует коров, и, значит, убирается, и сепарирует молочко, и все он, и все один, 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 один. Ну, говорит, не успела я, мол, приехать, и вот Шурик тут уже у него все практически готово. При всем при этом, ребят, Шурик в доме явно из взрослых, так сказать, скажем, не один, да, там болтался Федя, насколько я поняла, то ли Федя, то ли Лешка Картошка, не видно было, мне почему-то кажется, что это был Федя, но даже если это был Лешка Картошка, собственно, какая разница, кто это был, понятное дело, тоже работники всегда есть на хозяйстве, естественно, Шурик, конечно же, не один, потому что не успела Лелька приехать с огромным количеством пакетов, как она всегда говорит, да, друзья мои, не успела на эти пакеты поставить, как тут же Шурик бухнулся прям в кресло-качалку. Ну, а Лёлька уселась рядом с ним и начала его нахваливать. А, значит, нахваливает. Он тут же демонстративно гладит ее по животику, мол, да, животик. Тут же подсовывает ей кулаки под нос, мол, чуешь, чем пахнет? Ну, любит, любит Шурик своими кулаками размахивать. Помните, то ребенку под нос подсовывал, да? То, значит, Лёльки. Ну, а Лёлька вовсю его нахваливает, говорит, какой же он молодец? Какой же он молодец? Пока я ездила, он справился по хозяйству. Знаете, то, что у нее в свое время дети вроде как справлялись по хозяйству, мне кажется, Люлька даже детей своих так сильно не нахваливала, как Шурика. Хочется ей сказать: Люлька, ты хвали-хвали, да не перехвали. Ну да. Ну и опять, опять вы знаете, рассказывает, показывает, говорит, вот, представляете, представляете, он и подаил, он и покормил, он и меня заменил а сиси, говорит, ночью кормить ребенка будешь, Лёлька? Мне вот действительно это слышать смешно. Простите, какого ребенка должен Шурик покормить и какой сиси? Ну, своей, да, сиси Шурик должен покормить, а что у него уже сиси появились? Вот, ребят, вот как так можно сказать? Это уже выглядит как самый настоящий стёб со стороны Лёльки. Но то, что она своего мужика не уважает, ни в грош не ставит, это, конечно, понятно самых первых Дней. С тех самых пор, когда она, помните, с ним разговаривала по фене на стримах, как она его гоняла, как сидорову козу по этим стримам, да, он там приходил к ней, она говорит, так, свали отсюда, туда-сюда, ну, типа шуточки у нее были такие, хотя люди прекрасно понимают, что достойный мужчина никогда не позволит к себе подобного отношения. И здесь ведь Лёлька по большому счету, когда она ему говорит, да ты ж хозяюшка моя, а ты ночью кормить, ребенка будешь? Ну, видимо, Лёлька имеет в виду, что когда у них родится совместный ребенок, то этот ребенок благополучно уже упадет на плечи Шурика. Ну что ж, как говорится, как знать. Я не удивлюсь, если Лёлька перейдет в какую-нибудь другую комнатенку, а Шурику доверят ребятенка, если он у них, конечно же, когда-нибудь появится. Ну, по большому счету, какого ребятенка, да? Вот Веронику Лелька толком вообще не кормила, сбрасывала ее сразу же на своих старших детей, и на этом, в принципе, все. Да, да, далее, далее Шурик, значит, погладил ее вот так вот а, по животу, тут же ее целует демонстративно, ребят, целовал, наверное, за вот эти вот 14, а, за эти 14 минут ролика поцеловал, наверное, ее демонстративно в губы раз 5 или 6. Да, Люль, действительно завидуем. Вот всем бы такого Альфонса, который ходит и каждый раз тебе вот словно по команде, ну, видимо, Лёлька давала команды, да, показывала как-то там, и Шурик в этот момент бежал бегом-бегом-бегом целовать ее в губы. Но, опять же, надо же как-то отрабатывать свое нахождение у халявной корыты. у халявного ко корыта. Ребят, ну, согласитесь, правильно? Далее. Далее смотрю, Шурик что-то такой прям довольный, счастливый, не только ее наглаживает, не только ее нацеловывает, но и даже в кои-то веки начинает улыбаться. Лёлька говорит, вот, навезла всего. Я думаю, может быть и пузырь Шурику привезла по этой причине. Он такой довольный, такой счастливый сейчас пойдет куда-нибудь к себе в сраюшку, усядется там, друзья мои, и начнет так скажем, отмечать свою вот эту вот холостяцкую жизнь без Лёльки и без детей. Не успела она приехать, как тут же, тут же вдвоем они отправились в сарай. Все настолько показушное, все настолько пытаются нам продемонстрировать, какая она бывает все-таки хозяйственная, какая она молодец, как же она печется о своих детях. И детям какие-то там косички заплела, и значит, что-то там даже сделала, да, и вспомнила, что у дочки Настеньки через несколько дней день рождения. Лелька, вот слушай, какая ты молодец. Ты тут на стриме как-то на днях никак не могла вспомнить, когда же у тебя у Якова день рождения. Надеюсь, ты хотя бы запомнишь, да, и больше не будешь смеяться. Это уж действительно не смешно. Хотя, ребят, вы знаете, такую тему я слышу уже не впервые. Я уже говорила, да, что тоже у одних многодетных, которых я обсуждаю на Ютубе, у них та же самая ситуация. У них тоже родители не помнят дни рождения своих детей. Ну а зачем? Так вот, Лёлька рассказывает, что скоро день рождения Настеньки будем, мол, опять отмечать. Ну да, дает Шурику знак: что Шурик, ты не переживай, скоро твои мучения закончатся, и мы с тобой будем отмечать день рождения Настюши уже по-взрослому. Ребят, а э, кстати, я не поняла того момента. Когда Лёлька приехала из магазина да, она сказала о том, что Шурик такой молодец, он уже был на управе, он уже, в принципе, все сделал, он уже и подаил, он уже и сепарирует, и все на свете. И тут же засветло они днем идут опять на управу. Зачем они туда поперлись, я так и не поняла. Но я так понимаю, что, скорее всего, для того, чтобы просто запилить вот этот вот ролик и снять контент. Честно, мое мнение, что у них постоянно есть на хозяйстве какой-то человек, наподобие того же Сергея Петровича, который был раньше, и тот человек как раз-таки занимается хозяйством, занимается коровами. Явно это не Шурик, потому что если бы, знаете, Шурик был ответственный за хозяйство, то там бы, как говорится, и конь не валялся, потому что Сергей Петрович вставал и в 6 утра приходил на хозяйство, и у него не было столько возможностей. Помните, Лёлька там на него ругалась, вот он там может и кофе попить, он и туда, и сюда. Посмотрите на Шурика. Шурик сидит 10-11 утра, он спа спокойно валяется себе в кресле качалки, да, попивая кофеек, не успел, ребят, прийти в сарай, как тут же схватился за чашку горячего напитка. То ли чай, то ли кофе, на самом деле, даже не суть, важно, но человек, у которого вроде должна быть работа, да, не будет хвататься первым делом за чашку чая на что она ему сказала, ой, не успел прийти, уже пьет чай. Он говорит, ну, так я так привык делать. Ну, ты ж только пришел из дома. Что тебе мешало? Причем, я не поверю, ребят. Пока ее не было, мне, мне кажется, там можно было выпить а, целый, знаете, чайник чая, да? А, понятное дело, он это и делал. Он и сидел, отдыхал и качался в кресле качалки и, как говорится, сидел в свое удовольствие. И не успел прийти в сарай, но такой работник, как тут же, хватается первым делом, не залопал Навоз грести, да. Ни за что бы то ни было, она а продемонстрировали почему-то его с чашкой чая. Вот я его как ни посмотрю где-то в районе сараев, так он постоянно либо руки в карманы, либо грызет семечки, либо он пьет какой-нибудь кофе. Все. На этом в принципе все его вот эти вот, как говорится, моменты заканчиваются. Лёлька. Лёлька, друзья мои, молодец. Лёлька не успела войти в сарай, тут же нам демонстрируют коров. Ну, тех, которых она еще не успела ухайдокать, которые у нее еще пока, слава Богу, как говорится, живы-здоровы. Причем, вы знаете, когда она началась сисюкать с коровами, такое какое-то мерзотное было вот это вот э, впечатление к этому, ко всему, да, вот такое чувство, когда вот просто полнейшее лицемерие, вы знаете, вот коровы стояли, даже боялись шелохнуться, видимо, все это происходило, как говорится, на их глазах, да, их коровы прекрасно понимают, как к ним относятся, кстати, когда Лёлька зашла в сарай, и увидела кошку с такими уже достаточно взрослыми котятами, она сказала, что это, по-моему, уголок добра. Вот, говорит, они здесь теперь греются, потому что в теплый сарай их никто не пускает. Лёлька, да это не уголок добра, это твои же кошки, над которыми, да, за которых ты, как говорится, в ответе, как ни крути. Но что самое, ребята, интересное, не успела Лёлька подойти к этим кошкам, к этим котятам, уже достаточно взрослым, как тут же этих котят, как Ветром сдуло. Люльке, видимо, не понравился этот момент, и она обращаясь по имени кошки, говорит: что они у тебя такие типа трусливые? Чего они побежали? Ну, могу себе представить, по какой причине они побежали? Потому что, видимо, их там таскают по полной программе, да, и относятся к ним очень, э, не очень, вернее, хорошо. А если бы было хорошее человеческое доброе отношение, животные, конечно же, это отношение всегда чувствуют, и они в любом случае бы не стали бы бегать." Но Лёлька сказала, что кошки дикие. Знаете, глядя на Лёльку, я вот поверю: в то, что у нее кошки дикие, собаки дикие. Дети у нее тоже, кстати, периодически бывают дикими, особенно некоторые. Далее. Далее, 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 что там, значит, увидев э, сарай, Люлька зашла туда, демонстративно схватила лопату, схватила тачку, ну и решила нам продемонстрировать, говорит, ой, смотрите, я сейчас буду убирать навоз, раз вот у меня такой мужик, да, раз он меня, значит, заставляет работать, я буду работать. Тут же взмахнула разок лопатой, ну и, конечно же, нет, говорит, не буду, все-таки не буду, это очень на самом деле тяжело. Ребята, вы знаете, я вот смотрю на нее со стороны и думаю, боже мой, какая же ты точно чокнутая. Вот а, ты же рассказывала всем сказки по поводу того, что ты в сентябре потеряла ребенка мало кто в это поверил, да, но в любом случае факт остается фактом она же рассказывала о том, как они убивались она сейчас нам целую эпопею, целый месяц рассказывала о том, как она ждала будет не будет ребенок да. есть УЗИ показала, ребенка не показала гематома, не гематома как ей сказали, что надо себя обязательно беречь, как хрустальную вазу держите себя да. она сказала, да-да, конечно, я буду я буду ради ребенка и здесь вот она ходит, ну опять же Мало кто, конечно, и верит в то, что есть этот ребенок. Но так ты веди себя тогда в таком случае, придерживайся хотя бы одной какой-то линии поведения, да? Раз ты сказала, что у тебя будет ребенок, раз ты пытаешься на этой теме ехать, так ты тогда хотя бы веди себя так, словно у тебя действительно будет ребенок. И ты раз говоришь о том, что тебе надо себя беречь, и тебе в свое время врач сказал, что лежите, постельный режим, так ты хотя бы ну, не, не устраивай вот эти вот непонятные концерты, показуху, которая видна невооруженным взглядом, да, схватить вот эту лопату показать, что она вот готова уже грести на босс, потому что мужик ей какой-то сказал, а кто, собственно, тебе этот мужик? Ну да, но даже если бы мы ей поверили, ребят, понятное дело, я не верю в ее беременность, но дело даже не в этом. Но даже если бы мы поверили, что вот ей мужик сказал, и она этого мужика послушала. Да вопрос на засыпку, а кто тебе этот мужик? Он тебе муж нет, он тебе сожитель. Он тебя даже не содержит, да, он вообще финансово никак не вкладывается в вашу семью. Какая разница, что он там тебе сказал? Ну, в общем, да. Далее, далее, далее. Я уже сказала, что Шурик не успел зайти, как тут же схватил чашку и вот, значит, начал попивать напитки. Ребят, кстати, когда когда, значит, зашла Матрона, Матрона зашла с чупа-чупсом в сарай, ну и Шурик тут же таким грозным голосом спрашивает у нее, а где, мол, ты типа чупа-чупс взяла, на что Матрона и говорит, а я, говорит, его вообще-то купила, ну, знаете, отбрила его по полной программе, типа, слушай, дядька, отвали, не лезь ко мне, это мой чупа-чупс, я его, типа, купила на свои собственные деньги, да, ну, или на мамкины деньги, ну, не имеет значения, но явно, друзья мои, не на деньги Шурика, такой смешной, да, где-то чупа-чупс взяла, спрашивает он у ребенка, насколько мы помним, вы дарили детям сладкие подарки, им все-таки дарили, да, а, понятное дело, у нее какие-то есть чупа-чупсы, что ты у нее спрашиваешь? Я понимаю, если бы он у нее там сигареты увидел, спросил бы, где ты сигареты взяла, да, спросить у ребенка, где ты взяла конфету. Слушайте, это как раз-таки говорит о том, что скорее всего, даже вот эти вот сладкие подарки, которые детям достались, они точно так же, как у колес, да, у колесниковых, убрали их, и по выдаче детям в вот дают ну мы же помним прекрасно что детям кусочничать в семье поберухи нельзя кусочничать можно самой поберухи и ее вот этому тунияцу альфонсу другим больше нельзя и тут ребят в этот момент я вижу картину которая заставила меня просто вздрогнуть я вижу матрону которая как очумелая, как ненормальная схватила вот эту бедную несчастную кошку. Кошка пытается вырываться, у кошки ничего не получается, это ее тащит, как неадекватная. Шурик ей говорит, ты хоть кошку-то не души. Ребят, в этот момент мне чуть плохо не стало. Знаете, я просто в шоке. Причем всю эту картину пока это матрона тащит по улице вот эту вот кошку. Все это видит Лелька, которая говорит: ой, смотрите, какой гололед и так далее. То есть ей было пофиг на ребенка, который мог там упасть и свернуть себе, не дай бог, что. Да? Благо Лелька схватила Шурика под руку. Они идут. Она видит, что ребенок тащит эту бедную несчастную кошку, да, практически издевается над этой кошкой, ноль эмоций у мамаш. Блин, поберуха. А где же ваша любовь к братьям нашим меньшим? Ё-моё! Вы прикидываетесь такими верующими, а где же ваша любовь к окружающим, да? А где же ваша вот это мы в ответе за тех, кого приручили? Я в шоке, ребят. Она с альфонсом ухайдукала корову, да, и до коровы еще много коров ухайдукала. Дочь душит кошек, причем это видят взрослые люди. Ну, блин, какие-то душегубцы. Вот какие-то душегубы, да, самые настоящие. Ну и понятное дело, кто-то скажет, вот вы что, она маленькая, она же маленькая. Ну, во-первых, не такая она и маленькая, ей уже будет 5 лет, вы меня извините, да, ей уже будет 5 лет. Она уже все прекрасно понимает, это раз. Во-вторых, у нее есть родители, которые обязаны ей объяснить, мамаша живет с ней рядом, живут с ней рядом взрослые братья и сестры, которые точно так же ей могут объяснить, не трогай животное, ему больно, да. Надо сказать так, чтобы ребенок понял. Но нет, ребят, о чем я говорю? Там мамки плевать абсолютно. Да, корову загубили, да и ладно. Котлет наделаем, продадим и так далее, да, продали, наделали и все на свете. А там, как говорится, хоть трава не расти, и дочь такая же растет. И дети такие же растут, холодные абсолютно ко всему. Вот толку-то от того, что по Лелькиным словам, они когда-то там, она с тремя детьми жила в пустыне, вот у нас детки были такие, да, вот туда-сюда. Да прикрываетесь вы церковью. Нет в вас ничего душевного, ничего человеческого, потому что а, нормальные люди, у которых есть душа, у которых есть сердце – они в первую очередь никогда не будут вот так вот по-скотски относиться к животным. Никогда в жизни. Ни к людям, ни тем более, конечно же, к животным, которые по большому счету зависят от нас и не могут даже ответить. Поэтому о чем здесь можно говорить? Это потащила кошку, это видит прекрасно, ей пофиг веники, благо схватила своего этого Альфонса и с ним под ручку идет. Ребят, но ей же не год, чтобы она не понимала, что, да, что она делает с кошкой. Ей будет пять лет. Она уж тоже должна понимать. А если она такая непонимающая, то значит и есть на это родители, есть на это взрослые люди, которые обязаны объяснить. Вот тебе же будет больно, если тебя ударят, да? Значит, нельзя бить и обижать животных, нельзя таскать. При всем при этом этот Шурик, который сделал замечание, да, он мог бы отобрать кошку. Ну нет, он просто сказал: ты, главное, ее не души. То есть, я так понимаю, если бы она ее душила бы на их глазах, они бы тоже, бы, наверное, стояли, хлопали их глазами или занимались какими-то другими целами, вот как они там все целовались в губы. Вот правда, два придурка. Теперь неудивительно, почему, когда они заходят в сарай, кошки просто несутся в рассыпную. Ребята, потом я видела тот самый момент, когда кошки неслись а, значит, вот к этому молоку, это тоже говорит о том, что их как раз таки кормят крайне-крайне редко. Вот когда про них вспомнят, тогда и кормят. Никакого человеческого отношения абсолютно никому. В общем, друзья мои, очередной фильм нам показали. Показуха, игра на камеру. Посмотрите, какая у нас прекрасная семья. Люлька, палишься на мелочах. Вот правда. Еще раз показала, что в твоей семье нет абсолютно никаких нормальных человеческих ценностей. У тебя и у твоих детей только один Одни деньги перед глазами и больше ничего.